Хай, ты на канале Magic Family, меня зовут Аня, и со мной мои собачки, а также у меня тут очень много других питомцев. И сегодня, ребята, у нас будет очень интересное видео, так что жмите красную кнопочку подписаться внизу, не забывайте жать колокольчик, чтобы самыми первыми узнавать о наших новых роликах, ставьте большие пальчики вверх моим пупсикам и не забывайте голосовать в вопросе. И давайте начинать. Итак, сегодня, ребята, я решила... Мне одной кажется, что мама слишком много времени проводит дома и только и делает, что снимает. Да уж, на улице весна, и нормальные двуногие ходят гулять уже. И что нам делать? Я, кажется, поняла! Я знаю тайну Ани! Фу, блин, Юми, нельзя так дергаться, ты меня напугала. Ну и что это за тайна такая? Это все потому, что у нее нет друзей. Иногда, Юми, ты даже поражаешь своим умом. Но вообще-то мы же уже давно переехали. И она почему-то до сих пор ни с кем не познакомилась. Короче, так и будем сидеть целыми днями дома. Итак, так, я кое-что забыла. Сейчас, ребят, я сейчас приду. Слушайте, ребят, а может быть она этот, как его там? Да ну тебе, Юми. Я, кажется, поняла, она просто не знает, где найти друзей. Точно? Ну да, конечно, мы знаем, а она нет. Хотя, может быть. Двуногие они такие, только кажутся сообразительнее. И что будем предпринимать-то? Надо ее спасать, ребята. Срочно, срочно искать ей друзей. Точно, разгон! Вперед на спасение двуногой! Вы куда? Да я просто за ежиком, блин, скользила! Начинаем операцию спасения! Все, я вернулась. Ну так вот, ребята, и сегодня я, блин... Сейчас, секунду. Ух ты, вы видели этот мячик? Прилетел в небо. Блин, так как же мы будем искать ей друзей? Мы же не можем выйти на улицу одни. Значит, нам нужно придумать другой способ. Другой способ. Можно выманить ее на улицу лакомством. Юми. Юми. Ну, я просто предложила... Я бы и пошла, чё? Если мы не найдем ей друзей, она останется затворником, будет бесконечно снимать ролики, мы вообще перестанем бывать на улице и будем ходить в туалет на пеленку всю оставшуюся жизнь. Она станет замкнутой и отстраненной, забудет реальный мир, сойдет с ума и в конце концов нас у нее заберут. Какой ужас! Крутяк! А куда заберут? Мне одной кажется, что иногда Юми над нами издевается. Не одной. Так как я тут самая умная, мне пришла гениальная идея, ребята. Мне пришла идея, говорю, гениальная, слышите? Куда пришла? Чего? Сейчас, это, разблокируем его. О, все готово. Короче, тут есть такая волшебная штука. Волшебные штуки я люблю. Ну и что это? Там все нормальные двуногие ищут себе друзей и любимых, короче, знакомятся. А, ты про Баду, что ли? Знаю. Откуда ты знаешь про Баду? Сейчас начнется. Да просто слышал, ну... Ты с кем-то там познакомился уже, да? Ясно. Да, блин. Нашел там кого-то, у кого красивая собачка-девочка, да? Я сейчас улечу от твоей фантазии, Миша. Ни с кем я не знакомился там. Я вообще... Слушайте, выясните ваши отношения потом, а? У нас тут важное дело. Значит так, мы заводим ей профиль на Баду и начинаем искать ей друзей. Круто. Я тоже хочу профиль с вами делать. Можно? Ты еще маленькая, Юми. Ну, пожалуйста, ну. Нет, тебе есть 18? Ну, так нечестно. Вот и все. Нечестно так. Так, все, поехали, короче. Девушка, вы хотите, найти друзей, конечно. Ой, тут имейл какой-то надо. Эйвен. Софи, да возьми тот, что на нашем канале. Не тупи. А, да, точно. Аня, дата рождения. Зарегистрироваться. Та-дам, ребятки, мы на Баду. Загружаемся. Так, теперь надо добавить фотку. Надо выбрать. Какую тут выбрать? Может быть, со мной? Или все-таки одну? Софи, да выбирай уже любую. Ладно, тогда вот эту. Добавить мамуя в Баду. Теперь поищем, кто у нас тут рядом поблизости. Ну, можно я хотя бы посмотрю на них? Давайте уже кому-нибудь напишем. О, сколько их тут много, двуногих. Вот этому вот пацану. Мне кажется, надо написать кому-нибудь, кто любит животных, как Аня. И как мы это поймем? Вот я нашел девочку, у нее на плече мышонок сидит. Можно ей написать? Лишь бы девочкам писать. Миш, ну перестань уже, хватит, а. Все, я ей пишу. Привет, Юми. О, она ответила. Все, тихо, ребята, делаем вид, что мы играем. Так, все, ребят. Я пришла наконец-то. Что вы тут уже все игрушки разбросали? Я и телефон здесь забыла. Все, ребят, мы начинаем наконец-то сегодня наше видео. Что это? В 15:00 в парке. Да, круто, увидимся. Что это такое? Я не поняла. Спокойно, я сейчас все объясню. Мам, ты стала такая замкнутая. И у тебя совсем нет друзей. Ты не ходишь гулять. И мы знаем, что ты не супергерой. Не пытайся нас убедить. Ладно, договорились. Только в следующий раз я буду их искать сама. Окей, без проблем. Кстати, их можно было там найти. Что-то я не догадалась. Привет! Привет! Как
тоже захочешь помочь своему одинокому хозяину, я оставлю ссылочку в описании видео внизу. Вступай в ряды спасателей! Хоть мне